Вот такая вот, друзья, касса тут стоит. Сейчас находимся в городе Стокгольм. Видите, купил конфеты вот такие. И здесь она пикнула. И вот здесь вот она что-то пробивает. Ты сейчас что нанимаешь? Что тебе не нужен пакет? Что у тебя нет купона? Там нужно английский такой. То есть он все варианты предлагает, да? Вот такой. Ну, сейчас. Mm-hmm. То есть он говорит, нужен ли вам пакет, правильно? Нужен, да. Нужен ли вам этот? Ты должен выбрать, сколько пакетов ты взял. Сколько пакетов ты... То есть за пакет тоже деньги берут, правильно? Понимаю. И потом вот у нас карта тоже есть. Вот, пожалуйста. 120 шведских крон стоит. Стоит два пакета. Говорят, берите ваш чек и ваши пакеты. А где чек? А вот. Вот так, друзья, видите, автоматика стоит. Теперь надо забирать, чтобы он начал работать. Так, пойдем отсюда. Спасибо, Гарри. Тебе тоже спасибо, друг мой. Железный. Вот так вот. Железный конь, железный автомат выходит на смену рабочей лошадки, как говорится. Так, а как выход просто?